Девчонки, всем привет! Сегодня я нахожусь в торговом комплексе «Север», и вот по какому поводу. Наверняка вы все знаете, кто за мной следит, что я активно развиваюсь в компании Mary Kay, но совсем недавно ко мне поступила интересная информация, а эту информацию я не отсеяла, потому что слежу за событиями касательно в мире красоты, моды, всего, что связано с женщинами и с красотой. Так вот, мне попалась в руки вот такая вот аромавизитница. В чем смысл? Каждая уважающая себя девушка пользуется ароматами. Не просто пользуется, а некоторые даже, возможно, ими обливаются, заливаются. Зашла я в Литуаль, узнала самые такие распространенные запахи, цены на них. Что предлагает компания российская, которая активно развивается на рынке сегодня? Это эквиваленты брендовым духам. Они просто отличаются номерами. И сегодня мне просто стало интересно, а как же люди, девушки, будут реагировать на то, что есть ароматы, которыми они пользуются, но гораздо дешевле. И вот с этой целью я вышла в торговый комплекс и решила походить холодными контактами и поспрашивать девчонок, просто узнать их мнение, а так ли это на самом деле. Девушка, можно пока вы свободны, я вас прошу? Ароматами наверняка же пользуетесь, да? Ну, да. Где-нибудь в Литуале, в Ригоше, да, покупаете? Да. Смотрите, какой момент. Я тестирую ароматы, вот появляется у нас новая компания, брендовый аромат, а запах очень похож. Мне вот интересно, вот реально, будет вам похож или нет? Могли бы протестировать? Давайте. Каким вы пользуетесь? Есть на картинке? Может, конечно, не обязательно, но известных ароматов тут много. Шанель, давайте. Так, 106. Меня Олеся зовут, я не представляю. Меня тоже Олеся. Супер. Так, Шанель. Да, похож. Похож? Да. Так, отлично. Еще есть какой-нибудь? Все, скорее всего. Вот этим пользуется. Да. Он сколько в Литуале стоит? Ой, не знаю, мне тетка покупала. Ну, где-то около 1000 там с чем-то будет. Да больше. Ну. Вот сейчас 3. Девушка сказала от 3,5 до 5 цены. Ну да, в принципе. Вот. А тут смотрите, какой смысл. Сырье берется тоже во Франции, то есть того же завода, где эти ароматы разливаются. Но разливается не в брендовом флаконе, не во Франции, а у нас в России все флакончики одинаковые, различаются только по номерам. Но содержимое, сами видите, да, то же самое. И сколько это Шанель? Вот этот стоит 1500. Вот давайте я ваш телефончик возьму. Давайте. У меня скоро будут ароматы, можно будет побрызгать. Так. Олеся. 89.22. Угу. 02. Так, вам понравился номер 106. Да. Вы всегда здесь, Олеся? Практически. Ну, наверное, с каким-то там. 4 дня работаю, 2 отдыхаю. Так что еще 2 дня работаю, потом 2 отдыхаю. Вообще хотели бы пользоваться таким ароматом вот по такой цене? Да. Хотели бы, да? Да. Ну, все тогда, когда буду собирать заказик, еще прозвоню, будет желание. Тогда это все. Спасибо за отзыв. Что хочется сказать, что я испытала сегодня шок. Почему? Вот смотрите, я за час протестировала 20 человек. Из 20 человек мне было 3, кто не захотел, ну, вообще нюхать. То есть 17 сказали, что да, реально аромат похож. Из 20 17 сказали, что похож. Очень удивила цена. И 2 человек готовы были сделать покупку. Причем, если бы у меня реально был флакон, я уверена на 99%, что продажа была бы чуть ли не на месте. К сожалению, у меня не было самих вот пробничков ароматов, а то можно было бы даже оставлять запах, и я думаю, это работало еще лучше. В общем, приятно удивлена. Сегодня буду думать, что делать с этой информацией дальше. Ну а вас, как всегда, буду информировать. Спасибо, что были со мной. Всем пока-пока!